Ребята, всем привет, огромный большой всем привет, гляньте, гирлянды, если бы не было вот этих бирюзовых, я бы, наверное, бы и не снимал, классно, что гляньте, сразу можно посмотреть, как они включают, ну, как они светятся, бирюзовым, вот таким, классные штучки, похожие, как в Юске, только в Юске большие я брал, по 159 гривен, такие, вот такие сердечки еще тоже есть, тоже такие нежно-пудровые. Или вот эти машинки такие, гляньте. Все идут на батарейке, 109. Вот такие снежинки еще есть, гляньте, тоже по 169 гривен. Новогодние 120 сантиметров, 1,20 м. А сколько тут у нас? Тоже на две батарейки. Тоже на две батарейки. Ну, как горят, нельзя посмотреть, нету кнопочки. Гляньте, какие прикольные ананасы. Ананасов я еще не видел. Классная идея. Так, включаем. Ой, светится таким желтым-желтым. Прикольно. Гляньте, еще есть клубника. Тоже 169. Прикольная клубника. Короче, ребята, здесь куча всего уже новогоднего. Кружки новогодние. Гляньте, какой красивый этот шар новогодний. Тоже включается. Прикольно, да? Да, все заснежило, запорошило. Тоже на две батарейки. Так, тут здесь у нас кружки. Так, еще вот такие тоже гирлянды. Вот эти красивые тоже мне нравятся. Эти идут на 2 метра, 190 сантиметров. 2 метра, 109 гривен. Гляньте, тоже какие пудровые, как зайчики. Пудровые, вот такие тоже интересные. Прикольные. Так, это что у нас? Это у нас тоже гирлянды. Вот такой набор, гляньте, можно кому-то ребенку подарить. Тоже интересно. Разукрашенная игрушка вручную. Класс, хорошая идея. 89. Молодцы придумали. Гляньте, какие очки. Олени. 54. Интересные. Так, девчонки, смотрите, заколки. Заколки прикольные, да? Как эти. На одну сторону и на другую. Звездочки. Сколько они? 109. Вот такие повязки на голову. 89 рождественские. Тоже интересные. Вот шапки по 109. Но у меня такая хорошая шапка. Тут немножко такая простенькая. Но все равно нормально. Так, большой выбор. Ну, небольшой. Не-не-не, небольшой. А выбор, конечно, есть игрушек, но небольшой. Вот такие вот эти, как я говорю, лабутены. Вот такие вот желуди. Подарочки вот такой вот. Сколько они стоят? 109 гривен. У них на все почти одинаковая цена. Ценовая эта. Гляньте, как красиво придумали. Вот такая вот елка. Упаковка в виде елки. На маленькую елочку. 159 гривен. Хорошие наборы, красивые. И вот эти тоже классные. Короче, гляньте, ну, цвет такой под цвет Рождества. Рождественские цвета. Красный, зеленый. Очень красиво подобрали цвета. Вот здесь золотые. Тут уже чуть побольше. Шары 169. Вот такие 4 штуки, да. 80, не, 60. Или 80. 80 миллиметров, 169 гривен. Вот такие тоже классные в белом цвете. Красивые в белом цвете. Есть в прозрачном. Чуть побольше. 159. Так, а это что? Это веночек. Скромненько. Но со звуком. 159. Так, это у нас наборы на подарок. Гляньте, какой снеговик, ребята. Тоже включается. Вот еще один. Вот такой красивый. Очень красивый. 40 сантиметров. Сколько он? 699. Но красиво смотрится тоже. И снеговик 699. Так, здесь у нас новогодние открытки. Merry Christmas. Можно поздравить своих близких и друзей. Хотя все перешли на поздравления такие в Вайбере. СМСки. Уже забыли, что такое открытка. А я когда был маленький, собирал открытки. Очень красивые открытки. Гляньте, какая. Ну, прикольная. Снежинки там падают. С конвертом.
цен пока что не вижу. А, 54, вижу. $2. Вот такие тоже классные. Прикольные такие. Открыточка. Вот это мне понравилось. Так, тут у нас что? Это за 54 гривны. 25. А, это для подарков. Видите, шнурки набор. Бейджики для подарков. На подарки подписать. Тут у нас идут коробки. Прям целыми наборами, гляньте. Я так понимаю, здесь одна большая, одна средняя и одна маленькая коробка получается. Коробки у нас тоже по 169. И тут цветовая гамма тоже в рождественских цветах. Но вот этот пудровый не знаю. Это у нас набор открыток поздравительных. Ой, еще и наклейки есть. 159. Круто. Здесь есть коробки вот такие тоже рождественские. Под рождественскую. Ой, язык заплетается. На тему Рождества. Такой мишка, который кушает рождественский пряник. Классная коробка такая. Хранить, например, даже игрушки можно новогодние, мелкие поскладывать, сложить. Тоже набор открыток таких. В таких цветах классных, прикольных. Да, вот они. Открыточки. Володя! Так, вот такая вот, ну, написано, елочная игрушка. 89. Гляньте, видите, можно сделать красную, а можно сделать вот такую серебряную. Прикольно. Так, вот такие сапожки. Вот такие звезды тоже. Гляньте, ребята, звезда прикольная. Тоже можно сделать золотую, можно сделать серебряную. Прикольно, но зачем? Ну классно, светится вообще прикольно. Мне нравится. Бирюзовая шапка. Мне такую надо. 159. Класс. Ребята, ну выбор небольшой точно. Мини-су, но вот это все, что я вам показал. Остальное такое. Вот еще эти очки, кажется, я показывала вам или нет. Остальное, ну, по стандарту все. У меня есть там видео на канале. Вот такие вот очки, 54. Пудровые, золотые и розовые. Ну, красные. Вот такие бомбончики, тоже по 54. Вот такие олени классные, прикольные. Рожки, новогодние олени, кстати, прикольные. 89. Тоже можно в красном, можно в зеленом цвете. А можно один такой придумать себе. Так, еще вот такие вот рожки золотые. 54. В пудровом цвете есть, да, в зеленом и в красном. Так, и вот такие еще тоже я показывал. Вот гляньте, как цветные красиво смотрятся. Тоже прикольно. Ну, молодцы. Все, ребят, на этом все. Из новогоднего ассортимента в Минисо все. Всем праздничного настроения.